Житель Хасанского района задержан полицейскими по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району поступило сообщение жителя поселка Славянка. Заявитель рассказал, что его знакомый обнаружил в своем почтовом ящике анонимное письмо. В письме сообщалось о трупе, спрятанном в подвале жилого многоквартирного дома. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. В подвальном помещении дома в поселке городского типа Славянка обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье убийства. На месте происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, которые вывели на след гражданина, причастного к происшествию. Им оказался ранее судимый житель поселка Славянка. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. В правоохранительные органы с повинной явился 39-летний гражданин. Он рассказал, что 1 марта во время распития спиртных напитков с потерпевшим последний стал себя вести агрессивно. В ответ на агрессивное поведение подозреваемый взял нож и нанес им не менее 27 ударов по телу и шее потерпевшего. Испугавшись содеянного, мужчина решил спрятать тело, а также скрыть следы преступления. Он вынес тело в подвал и спрятал в надежде, что в ближайшее время его там не найдут. Вернувшись в квартиру, злоумышленник провел генеральную уборку, чтобы отвести от себя подозрения. В настоящее время с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте. Проведен осмотр места происшествия и придомовой территории, где произошло убийство. С использованием специальной криминалистической техники обнаружено и изъято орудие преступления – нож. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Также по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении задержанного Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 «Убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации.